Только что закончилась очередная игра «Перест России» по гандболу, которая Нева убедительно победила Таганрогский «Факел». Счет 34-29. Но, в принципе, счет мог быть и больше, да, в конце стали играть. Поздравляю, естественно. Спасибо, конечно. Прошло уже полгода как бы в команде. Если мы на первом интервью вас как новичка спрашивали, то сегодня у меня вопрос такой: как вот сегодня уже в команде себя чувствуете? Ну вот, как вы видите, уже в основе выхожу, ну, тоже. Толик, ну, плечо чуть-чуть болит, я вышел, и также с Загребом выходил, играл. Ничего, у нас мы сыгрались, очень хорошо чувствуем друг друга, понимаем друг друга. И вот результат. В команде уже как бы вот, уже чувствуете себя своим игроком, да, они в борьбе. До Нового года, может, чуть-чуть, ну, такая, да, атмосфера, если была, вот, ну, тот же выходил, тот же не понимал, если даже. А сейчас нет, ну, уже команда как бы чувствуется. Ну, да. Вы не подскажете, кто сегодня забил первые 4 гола? Ну, наверное, да. Частенько ли в вашей биографии было такое, что вот начинаете и подряд там 4? Ну, подряд 4 не было, но подряд там 3, 2. Вопрос тогда, что вот когда идет уже пятая атака, какие мысли? Бросить, невзирая ни на что, или все-таки, ну, да, или на команду сыграть? Ну, мираж ведет, почему? Ну, вы видите, да. Пятый бросок бросил, когда должен был забивать. Что-то чуть-чуть расслабленный бросок был, и я выше ворот чуть бросил. Но тот же защитники на 6 метрах стояли, я должен был забивать этот спокойно. Я обратил внимание, что Дмитрий Николаевич по ходу игры частенько вам делает замечания. Как правило, если тренер делает замечание игроку, он говорит, помогает ему, как бы растет, он очень сопереживает. Вы чувствуете вот отношение тренера к себе, что вот как бы... Да, он более подсказывает. Туни! 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 Сегодня просто фантастическую игру выдало атакующее трио. Ага. Два полусредних и разыгрывающий насып. Да, при этом трудно сказать, кто в этой ситуации разыгрывающий. Вы часто меняете. Кто из вас больше забил? Ну, все равно, наверное, больше забил он. Ну, приблизительно так вот. Да. Ваш, ну, проверим, на два гола, наверное, мне кажется, это, больше набил. Ну, мы трое не считали, где-то 8, вы по 6, да? Да, я 6, он 8, наверное. Если вы будете продолжать так играть, то наши, да, линейные будут дышать еще легче, да, и края. Поэтому вообще игра разительно переменилась вот с начала чемпионата. Удачи вам, поддержите такую форму. Спасибо. В этом году мы ставим самые большие задачи. Конечно. Удачи. Спасибо большое. Команде. Все.